Приветствую из Одессы. Сегодня 23 мая 2023 года. В Одессе странная погода. Я вот сейчас нахожусь на Дерибасовской, в горсаду. Только что светило очень сильное солнце, прям невозможно было находиться. Значит, жарко. Ну и сейчас, видите, он солнышко за облаками спряталось немножко. Сухо, чисто, жарко. Значит, на поселке Котовского идет сильнейший ливень с градом. И там уже просто налило воды столько, что машины уже плывут по городу. Не едут, а плывут. Представляете, что происходит? То есть здесь сухо, чисто, даже капля не упала. А там просто заливает. Заливает, все плывет, люди снимают, выставляют видео местные паблики. Что там просто нереально, нереально много воды. Часть Одессы уже поплыла. А в центре, пожалуйста. И капельки нету. Вот. И небо, смотрите, какое ясное. Даже намека нет на то, что будет дождь. Не, ну оттуда вот чуть-чуть что-то заходит серенькое. Может, и здесь сейчас ливанет, да меня застанет врасплох.